Чё задыхаться-то? Чё задыхаться? Ой, кошмар, ну. Ой. Ты кто? Ты никто. Куда надо? Туда. Так, ну там я видел какие-то шкафчики. Та-та-та-та-та. Что это тут такое у нас? Ничего существенного. Так. Супер, их теперь 3 штуки. Теперь до следующего, по-моему, этого получится. Вкачаться. До следующего уровня дамага. Что не может не радовать. Фу, заросло какое-то дребедение непонятно. Так, и тут какая-то дверь. Все закрыто. Говорит Темпл. К черту двигатель. Один я все равно его не запущу. А судя по тому дерьму, что творится здесь, это комплексный саботаж. Я иду на мостик, а затем попробую найти Элизабет. Нужно вытащить ее с корабля. Тут слишком опасно. Я тебя видел. Че, больше ничего нет, одна аптечка. И на том спасибо. Ну все-таки да, какой мерзость тут все за раз. О, привет, пацаны. Однако против вас лучше будет работать эта штука.
Что это было за... Кто это тут орал? Тю? Хорошая штучка, она пригодится. Что это такое? Что это было? Тварь пряталась под ящиком. Фу, люди поврастали в стены. Кошмар. Далеко идущая фантазия разработчиков, я вам скажу. Так, это вход с силовым узлом, мы туда не пойдем. А, тварь бросила в двери, что ли? Печальная тварь. Еще и голову засунула. Теперь и без ног осталось. О! А ну-ка! Это еще фигня. Что тут будет, когда эта штука будет на полную мощность работать? Она, по идее, должна их с одного диска. Стазисная батарея. Полный инвентарь, да? Точно. Полный инвентарь. Всякой фигни. Нам бы магазин. Вместо магазина нам подсовывают охранку. Это значит, что это будет печально очень. Сейчас нас попытаются скушать. В очередной раз. Что делать нечего, иди, все разбежались. Толстяк. Все. Ха, с одной лапкой ползет. Вот унылое говно, ну. Ему главное в пузо не стрелять, это я помню. Я же не вчера родился.
Ему если в пузо пальнуть, то из пуза появятся вот эти мелкие твари, которые ползают по коридорам. И съедят деньги. Аптечка, это хорошо. Аптечка, это хорошо. Плазма, это хорошо. Аптечка, это хорошо. Так, а вот этот участок я смотрел у кое-кого на LP. Я знаю, что здесь будет очень много веселых вещей происходить. Так, тут, кстати, нет ли верстака? Он бы как раз сейчас пригодился. Нет, верстака здесь нет, зато здесь есть лезвие. И еще лезвие. И что с тебя выпало? Золотой полупроводник. Это деньги. Небольшие, но деньги. О, отлично. Это четвертый будет узел. Надо осматривать все закоулки. Тут может быть что угодно спрятано. Заряда для стазиса тут нету. Освободим место для такой штучки. Так, ну что, и немножечко надо подготовиться здесь, конечно. Со всех сторон, и это будет не хорошо. Так, где-то здесь я обычно, да, оборонялся. Попробуем. Активирована фаза зажигания. Пожалуйста, ждите. Не получилось. Или получилось?
не получилось. Так, это все грустно и печально. Попробуем еще раз. Ничего. Здесь что-то. Так, золотой проводник здесь должен быть, с этого выпасть. Это первый убитый моб этого типа, он роняет золотой проводник. Так, что здесь у нас? Что это такое? Это что-то активное? Нет, это не активное. Так. Не годится, что в таких местах так часто так убивают, точнее, не так часто, но... Черт, я себя обрек на верную смерть. Я сказал, что меня часто убивают, это значит, что меня сейчас тоже убьют. Я не хочу умирать. Суют плазменную энергию. Ну что ж, придется плазменной работать. Всем заряда всего. Да, это печально. Так. Ага, все печально. Не хочу умирать второй раз. Вот откуда-то он отсюда выбрался, да? Будем забывать опять про стазис, про который я по жизни забываю. Активирована фаза зажигания. Пожалуйста, ждите. Что ж такое, мне не везет, их сколько их здесь, а? Очередная попытка разобраться с уродцами.
О, это плохо. То, о чем я говорил. Нехорошо по ним стрелять. В пузо. Вот так вот циркулярочка мне недобрую службу сослужила. Взяла и разрезала его. Странно, что мне вообще что-то дали. Хотя за первое убийство они не имеют права как бы не дать. Что-то это, а тут я был так. Блин, может я не там обороняюсь от них, а? Может надо где-то в другом месте от них защищаться. Это уже просто смешно становится. Лезут и лезут, лезут и лезут. Где-нибудь их тут бы подорвать. Может не морочиться на баллоны, а сразу начинать их кромсать. Где-нибудь тут сложить, чтобы на ближних подступах их рубить. Тут во всем этом есть один маленький неприятный момент еще. Ну, эти баллоны они рванут одновременно, и толку от них особого не будет. Очень нехороший момент есть. О. Плазма, плазма, плазма. Активирована фаза зажигания. Пожалуйста, ждите. Зажигание. 4-4, труборез, срочно! Чё, всё? В чем дело? В общем, я удачно разложил баллон и одним залпом подорвал почти троих коллег. Ну что ж, это приятно. То, что это все закончилось. У меня. Сколько у меня? У меня осталось 9 для трубореза. 10 сюда. Полный боезапас. Ты.
Из этих что-то попадало. О, класс. И аптечка еще есть средняя. И малая аптечка есть. И куча кислородных ненужных баллонов. И опять мало патронов. Ну хоть стазис заряжен. Запуск двигателей. Куда, куда? Отлично. Все системы работают. Наконец-то хорошие новости. Очень. Айзек, найди вагонетку. Я выведу нас на геостационар. Погоди, рано еще расслабляться. При смене орбиты корабль пройдет через поле осколков, поднятых с планеты. А метеоритная защита корабля не работает. Если ее не починить, нас разнесет на части. Черт побери. Хорошо, посмотрю, что я смогу сделать. Айзек, жду тебя на мостике. Тут от тебя больше пользы. Лично это не баржа, это старая рухлядь. Тупо старая рухлядь, которая разваливается на глазах. Нет никого. Айзек. Айзек. Где ты? Это я. Николь. Что-то пробивается сигнал от его любимой. Эй, да мы обратно пришли к пульту. Вот как через него пила прошла? Вот как она сквозь ноги ему прошла? А как она через ноги прошла? Говори! Швайны! Не может же шпила пройти сквозь ноги. Ну, если она попала в них, она же должна была какой-то дамаг нанести. Ну, как это? Он даже не заметил ее, ну. Что за чушь, а? Так. Средняя аптечка. Так, рюкзак. Золотой проводник. Продать. Конечно, я уверен. Средний баллон. Продать. Ну, малый на всякий случай оставим. Стазисная батарея. Пусть пока, наверное, 2 будет. Плазменная энергия 25-4. Импульсная зарядка 100. Труборез. На труборез у нас лезвий нет, но я думаю, мы их найдем впоследствии. Так, ну как бы надо сохраниться, наверное. Какая-то бесконечная глава. Теперь еще на мостик к нему тащиться. А, мостик. Это ж на мостик ехать, наверное, нужно будет. Так это конец, собственно, этой главы. Я отмучился. Похоже. Ну да. О, ясно. Ну что ж. Выполнили свои задания как механика. Починили все, что здесь было сломано. И едем чинить дальше. Да. Ну, а с вами, дорогие друзья, мы встретимся в следующей серии. Где я буду демонстрировать дальнейшие свои мучения.
До новой главы. Всего доброго.